Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Hyundai Creta 2019 год, черный цвет. Установлен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, мощностью в 123 лошадиных силы. АКПП, передний привод, хорошая резина, пробег 67 тысяч километров, имеются ветровики. По салону у нас ухоженный салон, кожаные чехлы. Подогрев передних сидений, помощь спуска с горы, климат, мультимедиа, мультируль, антиюз, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 132, 144, 136, 136, 136. 126, 134, 129, 126, 117, 147.